даже вас без обеда поставить. Акция «Медобед», она так называется, она проводится уже, она продолжается уже 4 недели. Ее запустил, организовал, синициировал Красный Крест. Подстанции скорой помощи получаются на переднем плане, но к ним такого внимания пока что не было. Поэтому мы очень хотим, чтобы эта вот наша инициатива сегодняшняя, она стала примером для кого-то еще, для того, чтобы обратили внимание. Очень ценно и здорово, потому что не разово, а именно в течение целого месяца, вот этого острого периода. Менеджер из соседей будет звонить сюда, у заведующей уточнять, какое количество человек вышло сегодня на смену, и в соответствии с этим каждому будет привозиться вот этот вот обед горячий. Пришли помочь медикам, потому что именно скорой медицинской помощи, 4-й подстанции, потому что это люди, которые, ну, наверное, первые там на самом фронте проблемы, поэтому мы решили помочь им. Чем помочь? Обедами. Обедами теми же, которые и наш офис кушает. У нас сильное большое собственное производство в сети, и мы сами себя кормим, почему бы не помочь таким же образом и медикам. Поэтому мы вот все то меню, которое имеет офис ежедневно, будем поставлять и сюда, и в выходные в том числе. Очень удивлены такой заботой о нас. Ну и, в принципе, вы видите, что очень так близко к сердцу это восприняли, потому что, ну, мы работаем и работаем для людей. Ну а это какая-то своеобразная оценка нашего труда и, ну, какая-то помощь для нас.